Сегодня я покажу вам технику. Нет, не технику бесконтактного боя. Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. И даже не технику актерского мастерства. Сегодня я покажу вам современную качественную технику для кухни бренда WMF. Всем привет! Меня зовут Петр Осипов, и я приветствую вас на канале Посуда Март. Мы знаем все о премиальной посуде, и не только о ней. Сегодня я покажу вам подборку кухонной техники уже хорошо известного вам немецкого бренда WMF. Из всего многообразия ассортимента я выбрал 5 самых популярных товаров среди покупателей нашего магазина. Поэтому смотрите внимательнее, вы точно захотите себе на кухню что-то из этой подборки. Начнем с актуального. На дворе сейчас лето, самый сезон для домашних заготовок. И я сейчас не о консервации. Одни из моих самых любимых заготовок – сушеные грибы, фруктовые ягодные чипсы и ароматная зелень. Сушеные лесные грибы я измельчаю в порошок и добавляю в различные соусы. А если удается запастись белыми, готовлю ароматное масло для заправок. И судя по тому, что у меня в подборке есть сушилка для овощей и фруктов, многие клиенты Посуда Март тоже поклонники дегидратации. Компактная сушилка Kitchen Miss оснащена 5 лотками, что позволит вам одновременно сушить разные типы продуктов. Звуковой сигнал оповестит вас об окончании цикла сушки. А если вдруг вы не услышите звуковой сигнал, система сама отключит прибор. Сушилка оснащена системой защиты, которая также отключает прибор, если температура внутри превысит максимально допустимые значения. Диапазон рабочей температуры от 30 до 70 градусов. В комплекте также есть силиконовая форма для мюсли на 6 батончиков. Мои домашние мюсли обожают все коллеги. Это и вкусно, и сытно, и полезно, потому что я делаю без сахара и консервантов. Рецепт в описании. Еще одно применение такой сушилки, на мой взгляд, самое вкусное – это разного рода закуски. В ней можно приготовить мясные колбаски, джерки или мясные чипсы, которые отлично подойдут к пиву. А те, кто следят за фигурой, могут приготовить себе полезные чипсы из яблок, груш, свеклы или кабачков. В комплекте есть 2 специальные емкости для хранения подобных закусок. Только представьте, вы добавляете в закуски свои любимые специи, контролируете сладость, соль и остроту по своему вкусу. И используйте только самые качественные продукты. По-моему, это лучший подарок для себя любимого. Поговорим о вкусном и здоровом питании. Нет более полезного обеда, чем мясо с овощами. Нет более вкусного обеда, чем мясо с овощами на гриле. Да, летом хорошо, можно приготовить это все на мангале или на обычном гриле. А зимой? А в будние дни, когда вы в городе, а не на даче? Естественно, есть решение – электрогриль. Можете жарить на нем стейки или колбаски, рыбу или овощи гриль, готовить горячие бутерброды и сэндвичи, все что угодно. После того, как на моей кухне появился электрогриль, я начал использовать его каждый день, особенно когда приводил себя в форму. Непременно изучите книгу рецептов, потому что готовить на нем вы будете очень часто. Покрытие антипригарное, поэтому готовим без масла. Рифленая поверхность дает нам красивый рисунок гриль, но не только. По желобкам стекает лишний жир, который вытапливается из продуктов в процессе приготовления. Вся лишняя жидкость и жир стекает в специальный поддон, который легко вынимается и моется под краном или в посудомоечной машине. Так же, как и съемные пластины. Сняли, помыли, поставили обратно. Очень удобно. Максимальная температура нагрева 270 градусов. Хватает с запасом для приготовления самых различных продуктов. Если жарите что-то большое, например, толстый кусок стейка, гриль с легкостью подстроится по высоте. И самое главное, вам не надо экспериментировать со временем приготовления, потому что в гриле есть 6 программ приготовления для каждого вида продуктов. Высокие технологии на службе вашего здоровья и аппетита. Какая кухонная техника самая базовая? Есть в каждом доме и используется каждый день. Конечно же, чайник. Эксперты по чаю утверждают, что вкус и полезные свойства этого напитка напрямую зависят от качества воды. Поэтому чайник должен быть максимально качественным и функциональным. А дизайнеры говорят, что на современной кухне каждый предмет – это элемент стиля, и о дизайне нельзя забывать ни в коем случае. Многие наши покупатели нашли компромисс и выбрали для себя вот такой чайник WMF из коллекции Lona. Объема 1,7 литра хватит, даже если к вам на чашечку чая пришли гости. Прозрачная колба из термостойкого стекла Scott Duran легко выдерживает частые нагревания и смену температур. Дно и корпус выполнены из сверкающей нержавеющей стали Кроморган. Съемный фильтр ситечка на носике не позволит даже мельчайшим частичкам накипи попасть к вам в чашку. Скрытый нагревательный элемент продлит службу прибора, а защита от включения без воды делает его использование максимально безопасным. Конечно, и дизайн чайника великолепен, лаконичный и современный, подойдет на любую кухню и прекрасно дополнит имеющуюся коллекцию техники от WMF. Идеальный чайник, как ни крути.
Не меньше, чем чайник, популярен вот такой мощный стационарный блендер Cult Pro. Сделать смузи идеальной текстуры, молочный коктейль, суп-пюре или соус, измельчить или даже перетереть в пасту орехи, чеснок или зелень, приготовить молотый лед для Маргариты – все это ему по плечу. 30 тысяч оборотов в минуту не оставят шансов даже самому твердому продукту. Для особо жестких продуктов есть импульсный режим. Вы сами выбираете, до какой степени вам надо измельчить тот или иной продукт. Для этого есть 6 скоростей работы и 3 программы – смузи, измельчение и колка льда. Объем чаши 1,2 литра, сделана она из тритана, особо прочного и легкого пластика. Есть у меня бутылка для воды из этого материала, и откуда она только не падала, из беговой дорожки, с велосипеда и даже один раз выпала из машины на ходу. Она все выдержала, не треснула и не раскололась. Так что будьте спокойны, от случайного падения на пол чаша точно не пострадает. Что касается безопасности, тут все на высоте. Все-таки разрабатывали этот прибор немцы. Система защиты гарантирует безопасное использование. Прибор не включится, если чаша установлена неправильно. Помимо этого присутствует защита от детей. Малыши не смогут ни сбить программу, ни воспользоваться прибором без вашего ведома. В комплекте предусмотрен 3 контейнера на 700, 500 и 300 мл. Те, что побольше на 700 и 500 мл, можно использовать как питьевые бутылки. Коктейли и смузи можно делать прямо в них. Маленький контейнер предназначен для измельчения твердых ингредиентов и снабжен крышкой для хранения. В паре с электрогрилем блендер создает тандем здорового питания. И не просто здорового, но еще и вкусного. Поэтому, если хотите проявить заботу о себе и своих близких, стоит задуматься над приобретением этой парочки. Вся подборка сегодня у нас получается про здоровое питание. И последний ее представитель не исключение. Это пароварка Kitchen Minis. Самая компактная и удобная пароварка, которую я когда-либо видел. Она двух уровневая, поэтому вы легко сможете приготовить в ней гарнир и основное блюдо, мясное или рыбное. Объем емкости по 2 литра 150 мл позволяет приготовить вкусный и здоровый ужин на всю семью. Корпус выполнен из нержавеющей стали Кармарган, фирменной стали WMF. Пройдемся по функционалу. Помимо обычного приготовления на пару, в пароварке есть функция отложенного старта, чтобы приготовить то или иное блюдо к нужному времени. Есть функция подогрева и функция сохранения тепла, чтобы готовое блюдо оставалось горячим после приготовления. У пароварки 3 предустановленных программы, благодаря которым можно получить готовые блюда, просто положив необходимые продукты в контейнеры и нажав несколько кнопок. Еще 2 рецепта можно запрограммировать самостоятельно. Просто выберите правильную программу для каждой паровой камеры нажатием кнопки. Прибор запускается автоматически с пищей, для которой требуется более длительное время приготовления, и настраивает вторую паровую камеру с задержкой по времени. Естественно, WMF заботится о вашей безопасности. Функция автоотключения выключит прибор, если вдруг в пароварке закончится вода. А чтобы этого не происходило, вы всегда можете ее долить через специальное отверстие, не прерывая процесс приготовления. Возможно, вы скажете, что еда, приготовленная на пару, пресная и невкусная, и будете неправы, потому что все зависит от рецепта. Достаточно приложить немного фантазии и умений, или просто посмотреть рецепты в интернете. Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что кухонная техника WMF надежная, функциональная, умная, полезная и сделана с заботой о нас с вами. На этом у меня все. Жду от вас комментарии и лайки под этим видео, и не забудьте подписаться на наш канал. Лето продолжается, поэтому я вам желаю жарких дней, теплых ночей и соленых морей. С вами был Петр Осипов. Увидимся!